Трехкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебе рассказал о соперничестве с россиянином Сергеем Устюговым на последнем этапе эстафеты Кубка мира в Лиллехаммере. «Сегодня Устюгов был весьма быстр. Пожалуй, я выдал не лучший свой финиш, а он был силен. У меня были небольшие проблемы с техникой, и вы видели, что здесь идет снег. Мне кажется, по концовке трассы проходило мало людей. Ближе к финишу было много свежего снега. И это была проблема. Конечно, Устюгов был очень быстр, и я рад, что мне удалось удержать первое место и оставить его позади. Напомним, что на финише Клебе оказался сильнее Устюгова и финишировал первым с отрывом всего 0,2 секунды».